продолжаем наше замечательное освещение сегодняшнего мероприятия в клубе «Гоголь», что находится на Столешниковом переулке, дом 11. Сегодня телеги посвящены защите бездомных животных, точнее фонду по защите с ними. И сегодняшнее мероприятие называется «Струны сердца». И непосредственно за эти струны сегодня дергает всемирно известный гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов. Дима, привет. Привет, Мария. Давно не виделись. Дим, ну, что ты можешь сказать по поводу всего этого безобразия, которое сегодня будет происходить здесь? Что ты думаешь вообще по поводу защиты бездомных животных? Как ты думаешь, это должно происходить? Да, никакого безобразия, Майк. На самом деле, слава богу, что есть люди, которым что-то еще нужно. Как бы, да, действительно, есть проблемы в обществе. Масса бездомных людей на улице, да? Я уж не говорю о животных. Всем надо помогать. Но если у кого-то есть желание, да, и есть возможности, то я, например, вот всегда подписываюсь. Чем могу, тем сам помогу. Другое дело, что, конечно, я домой не потащу животных. Потому что мне вот недавно подарили кролика. Вернее, не мне, а дочке. И я вынужден, конечно, терпеть его. Сегодня был перегрызан провод, например. Да? Но я ничего не могу сделать, потому что животные есть животные. Да? Ну, понятно. Ты решил создать дичайшую ферму у себя дома. Уже создал, да. Уже создал. Как она называется, расскажи. Она называется... Четверговка 2? По аналогии с пауковкой. Давай, ты сам дашь определение. Я не знаю, как все это безобразие называется. На самом деле, я пытаюсь дочке привить хотя бы какое-то отношение к этому, к этой проблеме, потому что на самом деле животных не просто надо там потискать, да, после школы в какое-то определенное время, но животных надо как-то убирать, ухаживать. Но это большая ответственность. Да, большая ответственность. Пускай с кролика начинает. И, слава богу, что бабушка подарила ей кролика, и эта проблема, я думаю, она повсеместная, где очень много бездомных и никому не нужных животных, и каждому животному нужен свой хозяин. Потому что они уже будут брошены, да, и предоставлены сами себе, и, конечно, многие из них погибнут. Вот. И люди, которые сегодня сделали это мероприятие, они искренне хотят помочь. И пригласили нас, меня, Сергея Мавлина, Павла Черноклина. И сегодня такая благотворительная акция. И спасибо им, конечно, потому что на моей практике не так много так подобного мероприятий это происходило. И вообще вот, в защиту бездомных животных, по-моему, первое мероприятие, да? Пускай это будет проблема обозначена, пускай люди послушают еще раз гитарную невостребованную музыку. Бездомную. Бездомную, никому не нужно. Вот, но народ собирается, кстати говоря, и я думаю, что, ну что, интерес есть к музыке. Ну, моб собрался как бы, и поэтому... И хорошо... Есть о чем говорить, есть о чем писать. Пускай люди лишний раз послушают, опять же, гитариста, послушают, что они скажут. Вот. И может, как проблема как-то и будет решаться. Эта акция всего лишь капля, да, маленькая капля. Пускай этих капель будет побольше. И на самом деле, может быть, как-то проблема решится. И таким образом общество со временем обратится и к бездомным людям. Потому что, ну, конечно, люди-то поважнее будут, чем животные, да. Вот. И... Ну, как Дэн Маккаферти пел «We are animals». Да, мы животные. Да. Так что все хорошо, все, что на благо, как бы, неважно там. Живые души, такие же, как бы, существа, Богом полученные, как бы, от природы полученные, там, возможность жить, также существа. Всем хочется жить. Вот. А мы поддерживаем... Дай бог, что кто-то приютит кого-то, собачку, кошку, там, кролика, как я. Человека. Да, а может кто-то скоро будет при бездомных людей где-то селить, наконец, да, кормить. Потому что, есть проблема, надо как-то на нее откликаться. Вот на эту проблему мы откликнулись, приехали. Еще такой вопрос, Дим. Слушай, вот сейчас... Существует такая резонансная телега по установке памятника Ивана Грозному в Орле. Вот ты слышал об этом и что ты об этом думаешь? Я слышал, да, по поводу памятников. Да, конечно, действительно, я еще согласен
с господином Жириновским, который говорит, что такое ощущение, что страна превратилась в большое кладбище, в сплошные памятники. Надо сейчас людям как бы дать возможность достойным. Ну, то бишь, дико разрубить топором его нужно. Да, я думаю, что, конечно, это вандализм уже, но если поставили, так поставили. Но те люди, которые этим занимаются, должны подумать, что есть бездомные животные, бездомные люди. Надо им помогать, а не ставить памятник. То есть ты считаешь, что архитектор должен гореть в аду, например? Ну, я бы не стал так радикально. Может, он что и хорошее сделал в жизни, на самом деле. Надо разобраться сначала. Это чей-то заказ, да. Вот. Но это не наше дело. Пускай господин Жириновский кинул такой клич, да, что как бы освободим пространство для новых произведений искусств, для новых театров, для чистоты русского языка. И не заниматься этой фигней, безусловно, да. Ну, пускай там правительство думает, решает, да, кого поддерживать. Нас надо поддерживать, музыкантов. Четвергова надо поддерживать. Правильно? Вот, естественно, правильно. Вот. И поэтому следующий вопрос. Дим, скажи, а какие моднейшие концерты в ближайшее время у тебя, ну, соответственно, и у нас, потому что мы все-таки как-никак в четвергове в команде играем. Дим, расскажи. Ну, подскажи, расскажи о нашем эфире 6 ноября на «Маяке», например. А, да, вот, например, да, кстати. 6 ноября мы приглашены на радиостанцию «Маяка», где в прямом эфире мы будем исполнять эксклюзивные произведения, произведения мировых хитовых авторов. И, конечно же, я думаю, что мы исполним, нас попросили, ты сам знаешь прекрасно, да, что-нибудь из произведений группы «Круиз». Для этого мы пригласим обязательно Матвея Анечкина. И Валеру Анохина. Да, и Валера Анохина. И поговорим о группе «Круиз» немножко, исполним пару троечек произведений. Так что я говорю, думаю, что будет очень классно. Ну, а ты совсем забыл про презентацию твоей песни «Непрощенный», которая прозвучит в эфире. Вон оно что. Давай подумаем об этом, честно говоря. Ну как подумать? Надо не думать, нужно рассказать об этом. Слушай, надо просто как следует сыграть и спеть. Что рассказывать? Про музыку не надо рассказывать, надо ее показывать. Ну ты объявишь, что 6 ноября дичайше состоится презентация песни «Непрощенную». Давай теперь повтори еще раз. 6 ноября дичайше состоится презентация песни «Непрощенной». Выходите в эфир, слушайте нас. Будете нас слушать, что? Будете леденцы кушать. Неправильный ответ, будете икру ложкой кушать. Хорошо. Специально для нашего канала у нас сегодня в гостях мощнейший телеги-толкал Дмитрий Борисович Четвергов, гитарист-легенда, которому пора уже при жизни памятник поставить из дичайшего Калифорнии, грамм которого стоит 2,5 миллиона долларов. Друзья, подписывайтесь на наш канал, слушайте нас не только в эфире, но и за рубежом. Все, пока-пока. Хорошо.